Здравствуйте, с вами проект «Квартирный контроль», я его ведущая Мария Федорова. Наконец-то ударили долгожданные морозы, и до весны остается всего лишь каких-то полгода. Точнее, до марта 5 месяцев, а вот до апреля чуть менее 30 километров от МКАД по Киевскому шоссе. Жилой комплекс «Парк Апрель» — именно так называется проект компании «Каскад Недвижимость», который станет героем сегодняшнего нашего обзора. Здесь, в подмосковной Апрелевке Нарфоминского района, сегодня проходит презентация жилого комплекса «Парк Апрель», а значит, нас ждет много интересного. Малоэтажный жилой комплекс «Парк Апрель» возводится на участке площадью 23 гектара и включает в себя 29 корпусов классических и односторонних таунхаусов и 17 четырехэтажных многоквартирных домов. В рамках проекта также будет возведена муниципальная школа на 500 мест, детский сад на 205 малышей и торговый центр. Более 30% территории отведены под зоны досуга и спорта. Треугольник будущего поселка своим основанием лег вдоль Киевского шоссе, звуки которого будут скрыты шумозащитными экранами высотой 6 метров. Кроме трассы, транспортную доступность обеспечивает и железная дорога киевского направления. Правда, ближайшую платформу, станцию «Дачная» и жилой комплекс разделяет расстояние около 2 километров. «24 октября состоялась презентация проекта «Парк Апрель», на которой присутствовали первые лица компании-застройщика и журналисты отраслевых изданий. Причем мы привыкли, что подобные мероприятия проводятся на раннем этапе строительства. Здесь же авторам проекта уже было чем похвастаться. Ну, это новый проект, то есть мы его начали строить только этой зимой. Поэтому то, что вы видите, по сути, это начало, да, но как бы начало уже там... Есть некая картинка, которая... В этой архитектуре будет создан, построен весь микрорайон. Есть два типа таунхаусов. Значит, первый тип – это такой классический тип, который, наверное, самый распространенный в Европе, в Англии. Это таунхаус, где перед въездом парковка на две машины, таунхаус, и сзади есть бэк-ярд. Такой там от полусотки до сотки, в крайних торцевых секциях есть где-то такие участки, где даже до 400 у нас. Это такой классический таунхаус. И второй тип таунхаусов – двухсторонний таунхаус, когда нету бэк-ярда, есть только фронт-ярд. Чуть-чуть, конечно, меньше комфорта, меньше приватности, но ограничения с классическими таунхаусами все-таки есть по площади. Его нельзя сделать маленьким, потому что есть, ну, как бы, некие каноны архитектурные, планировочные, то есть его меньше 100 метров невозможно сделать. Покупателям квартир в четырехэтажных домах наряду с классическим представлены несколько новых квартирных форматов. Это Garden Flat, квартиры, расположенные на первом этаже с выходом на примыкающий участок площадью до половины сотки. И второй формат – Sky Loft. Это двухуровневые квартиры с выходом на эксплуатируемую кровлю. Вопрос о том, на каких условиях собственник квартиры может использовать прилегающий участок, мы задали председателю совета директоров «Каскад Фэмили» Валерию Мищенко. Мы с самого начала подписываем между всеми собственниками имущества общего пользования документ, который подразумевает разграничение прав на территорию, которая имеет отношение к общему имуществу. И поэтому на этапе покупки там, у жителя, например, там, второго и третьего этажа есть право или не покупать квартиру, или покупая, согласиться с теми условиями, которые изначально есть для всего жилого комплекса, когда все изначально согласны, что люди на первых этажах будут свой небольшой участок использовать под собственное назначение, но при этом они обязуются за ним убирать, да, там, следить, то есть берут на себя определенный комплекс обязательств поддержания в порядке той территории, которая будет иметь непосредственно к ним отношение. Здесь вы видите на фасадах, что разные типы кирпича применяются, и по-разному он смонтирован. Да? То есть есть вот такие вставочки в виде шахмат, есть шахматка на фасаде, и в этом начинается уже определенная игра и ритм. То есть как бы все дома примерно, они похожи по архитектуре, одинаковые,
но за счет того, что они разного цвета и по-разному сделаны вставки, получается уже индивидуализация. То есть каждый жилец уже может сказать, ага, я живу вот в этом доме, нет, я вот в том живу. То есть они уже визуально их определяют. И это важный компонент был. Второй компонент, мы, конечно же, там, максимально, используя традиционную архитектуру, максимум туда впускаем света. И поэтому вы видите, что большинство, скажем так, окон до пола используется. Это тоже был важный аспект этой архитектуры. Третье, это уже маленькие детали, но вы видите, вот там есть наверху вставки из металла, то есть появляются уже такие более современные акценты. Дома строятся по бескаркасной системе. Конструктив зданий – это кирпич, керамические блоки Pora-Therm марки Wienerberger и железобетонные перекрытия. Несущими конструкциями являются сами кирпичные стены. Облицовка выполняется из привозного бельгийского кирпича ручной формовки, также марки Wienerberger, а кровля из цементно-песчаной черепицы. Здесь все этап-хаусы и многоквартирные дома, они без подземного какого-то уровня, абсолютно точно. Этажа. Абсолютно точно. Дело в том, что подземный уровень, обеспечить его герметичность, это достаточно непростая задача. Раз. Второе, мы искренне полагаем, что нет необходимости у потребителя в том, чтобы использовать цокольные этажи. И фундамент здесь. Свайное поле. Набиваем сваи. Соответственно, думаем, что это, опять же, наиболее устойчивый и понятный вариант для потребителя. Особенностью парка «Апрель» станет реализация авторского проекта ландшафтного дизайна. Это километры беговых и велосипедных дорожек, спортивные и досуговые зоны и внутридворовые пространства, выполненные в стиле музыкальных инструментов. А в самом центре мы уже сегодня можем увидеть благоустроенный бульвар с зоной качелей, площадкой для игр в питанг, джанго и в настольный теннис. Здесь уже оборудован крытый павильон, будет открыт кафетерий и оборудована мобильная библиотека. Не менее интересной стала и экскурсия в шоу-рум в торцевой секции одностороннего таунхауса. На что хотелось бы обратить ваше внимание, что этот шоу-рум предлагает немножко другой сценарий загородной жизни. Здесь вы не найдете кухню в стандартном исполнении со шкафами, с вытяжкой, потому что мы сделали ее очень легкой. Не найдете гостиную, потому что мы открыли в принципе весь первый этаж для того, чтобы показать, что мы за открытое общение и открытый диалог. Мы открыли лестницу. И тем самым получилось вот такое вот многофункциональное пространство, которое правильно зонировано и позволяет находиться в любой зоне, быть как бы обособленно и при этом всем вместе. Также, если вы не возражаете, я вас приглашаю на второй этаж, потому что там тоже много всего интересного. Высота таунхаусов – 2 этажа, плюс мансардное пространство чердачного типа, которое можно использовать как третий уровень. Напомню, что третий уровень не войдет в общую площадь таунхауса, учитываемую при расчете коммунальных платежей. Ассортимент предложений из числа односторонних таунхаусов включает варианты площадью от 114 до 140 квадратных метров. Классические двусторонние таунхаусы от 148 до 180 квадратов. Указанная площадь включает и мансардный этаж. Квартирография четырехэтажных домов состоит из однокомнатных квартир площадью от 31 до 40 квадратных метров. Евродвушек от 39 до 48 квадратных метров. Двухкомнатных квартир от 41 до 60 квадратов. Евротрешек от 57 до 71,5 квадратного метра. Трехкомнатных квартир от 63,5 до 73 квадратов.
четырехкомнатных квартир формата евро от 77,5 до 84 метров и четырехкомнатных квартир от 81 до 84,5 квадратных метров. Минимальная стоимость таунхаусов в ноябре 2017 года составляет 5 миллионов 150 тысяч рублей. Цены на квартиры стартуют от 1 миллиона 850 тысяч. Каждому владельцу таунхауса предоставляется одно или два парковочных места рядом с домом, а также свой участок земли, который юридически будет относиться к общедолевой собственности. Здесь, в данном проекте, это общедолевая собственность, соответственно, человек имеет долю в земле. Мы подписываем с жителями определенное соглашение о землепользовании, где они понимают свои границы участка, которым они де-факто пользуются. Жители многоквартирных домов смогут оставлять машины на плоскостной стоянке, которую оборудуют вдоль шоссе. Как говорилось в начале, поселок от трассы будет отделять шумозащитный экран. Экрана пока нет, но ведется подготовка к его монтажу. Поселок, конечно, имеет все централизованные центральные коммуникации, систему слаботочки, интернета, все, что нужно для современной жизни. На бульваре там даже будет отдельная история про Wi-Fi зоны. Но в принципе, то есть тут все создано с точки зрения инженерной коммуникации, чтобы комфортно проживать в поселке. И газовые котлы, они стоят, это индивидуальные котлы, здесь, в таунхаусах. В квартирных домах там централизованное отопление, от котельной. Индивидуальные котлы, у них там есть свое место установки, его можно переносить. Да, его можно переносить, да, это не проблема. А камины можно устанавливать, но это требует там отдельного проекта и согласования. Коммуналка здесь почти бесплатная. Значит, она составляет на сегодняшний день 55 рублей за метр квадратный. Вы же строили ВЗУ, КНС, все своими силами. Да, конечно. Вот заборные узлы, канализация. Единственное, что канализация – это городские сооружения, которые мы подключаемся и реконструируем частично. Это проще было для нас и лучше для города. Это было одно из условий, которые город ставил нам, когда мы появились на этой территории. И то, что стало частью социального соглашения между районом, нами и областью. Электричество, газ, канализация, вода. Все четыре сети здесь, соответственно, мы заводим. И кроме канализации, все остальное там строим самостоятельно. И тарифы на ресурсы городские будут? Ну, такие же, как в Апрелевке, один в один. Все то же самое. Квартиры передаются покупателям без отделки, но за дополнительную плату застройщик готов взять эту заботу на себя. Варианты отделки представлены на сайте проекта. В интернете нашла информацию, то, что вентиляция здесь ляжет на плечи собственников. То есть здесь подрядчик не обеспечит именно вот эту коммуникацию. Дело в том, что это очень сильно зависит от планировки внутреннего пространства, поэтому там места, где эта вентиляция должна проходить, это уже удел, скажем, проектировщика, который будет заниматься внутренними интерьерами. Если в зависимости от выбранного проекта она так или иначе пойдет, то есть выходы под вентиляцию однозначно да, но проведение самой системы это бессмыслица. Те люди, которые покупать будут жилье уже в отделанном виде, либо отделку заказывать изначально, те, конечно, будут получать полный комплект. Да. Мы там предлагаем разные варианты отделки, от просто там черновых работ или каких-то элементов этих работ до полностью завершенного строительством объекта. И по большому счету есть две опции. Либо взять стандартный продукт, по которому уже все посчитано, и там, грубо говоря, там, за там, 18 там, тысяч рублей за квадратный метр можно гарантированно в определенные сроки получить уже квартиру там, с мебелью, там, полностью там, завершенным строительством. То, что мы видим в шоуруме, в принципе, это 18 тысяч рублей за квадратный метр. Оно выглядит гораздо дороже, чем де-факто стоит. Да, это признак хорошей работы дизайнера, если то, что там получилось, выглядит дороже, чем де-факто обходится потребителю. Парк «Апрель» строится в 4 этапа. Ввод в эксплуатацию домов в первой очереди намечен на четвертый квартал 2019 года, а реализация всего проекта запланирована на четвертый квартал 2021 года. В данном случае вы можете рассчитывать на 2019 год. При этом мы сдаем не одну улицу таунхаусов, например, или два дома. Мы сдаем все таунхаусы
и часть корпусов квартир, которые предполагаются в застройке, одновременно с полной инфраструктурой. То есть в конце 19-го у нас предполагается садик, в 20-м школа. Раньше нет смысла по той причине, что не будет насыщения, потому что социальные объекты у нас будут, и причем они муниципальные. Но нет смысла их сдавать одновременно с созданием, потому что люди еще не все заселятся, и наполнения не будет. Квартиры и таунхаусы реализуются по договору долевого участия в строительстве в соответствии с 214-м федеральным законом. Реализацией девелопер занимается самостоятельно, и при оформлении сделки дополнительных платежей не предусмотрено, как, собственно, и скидок. Какие сейчас инструменты покупки? Ипотека, рассрочка, трейд-ин? Мы постарались предложить максимальный спектр. Человек может купить, заплатить 100% сразу, мы никого не ограничиваем в этом. Также предлагаем рассрочку. Есть беспроцентная рассрочка на год, когда человек может часть денег заплатить, а часть выплачивать с определенной периодичностью, при этом экономя, размещая деньги как вклады. И почему бы нет? И также у нас большой спектр занимает ипотека. Ипотека предлагает очень много программ, поэтому я, наверное, не буду сейчас все перечислять. Это реально большое количество. Есть ипотека без первоначального взноса, с минимальным первоначальным взносом 50-100 тысяч рублей. И стандартная ипотека, которая предполагает там 15-20%. И далее уже до 30 лет. Все старты продаж практически по себестоимости. И мы никаких скидок не предоставляем. Скидка является та же рассрочка, которую я вам только что сказал. Так что это своеобразная скидка. Проект аккредитован в 13 банках, готовых предложить различные ипотечные программы. Минимальная ставка по кредиту – 7,4%. «Каскад недвижимость» специализируется на малоэтажном строительстве и имеет в своем портфолио 12 проектов. С 2014 года компания входит в девелоперский холдинг «Каскад Фэмили», основанный в 2008 году. Холдинг включает в себя 6 компаний, каждая из которых отвечает за один из этапов полного цикла – от проектирования до строительства и реализации объектов жилой недвижимости. Формируя объект, мы отвечаем за там плат средний, для детей младшего, среднего и старшего возраста, как мы это опять же для себя сформулировали. И понимая, что человек, приобретая недвижимость, а мы не штаты, где люди мигрируют там раз в 3 года, вот люди, если уж где-то осели, то они оседают. Мы отвечаем за то, чтобы сформировать среду, где, соответственно, человеку было бы комфортно, вне зависимости от изменения численного состава семьи и там полувозрастных характеристик. Парк Апрель – это ответ там во многом на там тенденции рынка и на то, как мы видим нашего клиента и что хотим для него сделать. Конечно, мы, говоря об ответственности за 3 поколения, следующие наши усилия будем направлять на автоматизацию процессов общения с людьми, на то, чтобы облегчать им путь не только до голых стен внутри дома, но и с последующим сопровождением жизненного цикла клиента уже после того, как он заехал на свой объект. То есть относиться к клиенту, по сути, так же, как хотели бы, чтобы относились к нам, будь мы покупатели в любом другом жилом комплексе. Потому что принцип, когда покупали у того, кто меньше нахамил, он уже далеко в прошлом. У нас задача создать платформу, с которой люди, взаимодействуя, будут получать комфорт на этапе покупки, в процессе взаимодействия с нами при получении ключей, последующего ремонта и эксплуатации с автоматизацией всех процессов, получения обратной связи от клиента. Презентация жилого комплекса «Парк Апрель» завершилась, и я хочу сказать, что все то, что нам сегодня показали, произвело на меня очень хорошее впечатление. Тем не менее, я хочу приехать сюда самостоятельно и снять обычный обзор, в котором мы обязательно покажем вам все объективные плюсы и минусы жилого комплекса. Поэтому пишите ваши вопросы и комментарии. Вы можете писать их под этим роликом на YouTube, либо на нашем портале квартирныйконтроль.ру. На странице, посвященной этому комплексу, можно ознакомиться с ценами на квартиры и таунхаусы, увидеть фоторепортажи о ходе строительства, принять участие в обсуждении новостройки и адресовать застройщику имеющиеся у вас вопросы. На нашем сайте вы можете присмотреться и к другим жилым комплексам в Москве. Желаем правильного выбора. До встречи!